Всем привет! Мы переехали в новый райончик, и вот сегодня решили погулять немножко по нему и показать вам, где мы живем. Ну, мы живем в апартментах, а это рядышком с апартментами. Девочки, уйдите с дороги. Это райончик рядышком с апартментами. И вот я немножечко так вот поснимаю, покажу, какие здесь домики, как они интересно украшены. Еще интересные здесь есть вещи. Скоро праздник, и народ украшает дома. Вот. Эх, отсюда не видно, ну ладно. Пройдемся. Тут много интересненьких таких идей. Домики все такие, как с картиночки. На улице тепло, но мы оделись потеплее. Хотим дойти до парка. У меня так и бегу, у меня шерпы так. Хотим до парка дойти и немножко еще пройтись по парку. Нет. Да куда? Да вот этот поворот, да? Ну что, нет, 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 на белый. Раз, два, три. Каждый домик отличается от другого. Нету бродячих собак. Я это говорила уже в другом видео. Да, собачки вот лают, но где-то там во дворе. А так вот, чтобы бродячие встретились, нет. Можно встретить лось, муса. Вот можно встретить медведя. Собачку редко, только с хозяином. Ни разу не видела одинокую. Да, ни разу не видела. И кошку тоже. Видела один раз. Кошка вылезла из дома. И потом обратно в дом побежала. Тоже не видела, чтобы бегали кошки или собаки. Осень очень красивая. Такие деревья. Какие-то в золоте, какие-то прям красные стоят. И на фотографиях я в Одноклассниках выложила. Одни деревья сбрасывают, прям красные листва лежат под деревом. У других золотая. И все такие фотографии разные, разные, красивые.